снайпер, сверхметкий стрелок. Длинный нож в сердце противника. Результат работы снайпера всегда налицо. Сам же он всегда остается за кадром. Обязательное условие работы снайпера – полнейшая скрытность. Снайпер – охотник, а охотник обязан быть невидим. И для этого снайперу необходимо органично слиться с окружающей средой. Достигается это применением камуфляжа. Обязательно маскируется оружие. Его прямые формы и блеск вороненой стали противоестественны живой природе. Лучший камуфляж – так называемый лохматый, который размывает силуэт. Ствол оружия обматывается камуфляжной лентой, которая изготавливается только из хлопчатобумажной ткани. Синтетический материал плавится на раскаленном от стрельбы металле. Лента эта обшита обрывками маскировочной сети. Ствол обматывается плотно, по всей длине. Обматываются металлические и деревянные части. Обматывается все то, чей цвет противоестественен цвету живой природы. Обматывается очень тщательно. Обматывается тщательно и завязывается очень плотно. Только завязывается. Никакие другие крепления не допускаются. Только такой способ позволяет держать камуфляж в неподвижности на стволе оружия. В боевой обстановке ничто не должно сползать и двигаться. На оптическом прицеле есть блестящие детали, маховики, которые демаскируют стрелка. Поэтому на прицел одевается лохматый чехол, изготовленный из прорезиненной ткани и обшитый чем-нибудь лохматым, маскировочной сетью или обрывками брезента. Приклад тоже маскируется. Его цвет также противоестественен посреди живой природы. И на него натягивается маскировочный чехол. Натягивается очень плотно. Натянул. Застегнул на застежке. Теперь можно пристегнуть ремень.